Националистическая символика. Нет, вы что? Какие националисты? Мы против националистов. Мы категорически против национализма. Просто напомню, мы интернационалисты. Инцидентом. Радио Свобода. Мы просто мы каждый год приходим сюда, к этому месту, где находилось Александровское училище, его учащиеся юнкера в октябре 17 года дали бой узурпаторам власти, которые ее захватили и сорвали демократический процесс в России, сорвали последствия учредительное собрание, на котором народ должен был решать свою судьбу. И молодые люди, юнкера, встали на защиту нарождающейся свободы, на защиту демократии, были убиты. И до сих пор наша страна, наше общество не помнит об этом подвиге. И наша власть упорно не хочет восстанавливать историческую справедливость, связанную с увековечением памяти этого подвига. У нас огромное количество памятников узурпаторам власти и ни одного даже памятного знака тем, кто защищал легитимную, демократически избранную, демократическую власть от этой узурпации. Поэтому мы сюда ходим каждый год, 7 ноября именно, в день большевистского переворота, для того, чтобы помянуть их и для того, чтобы в очередной раз установить символическую мемориальную табличку. Мы хотим, чтобы эта табличка стала гранитной и висела на этом здании как память о подвиге юнкеров. И будем приходить сюда каждый год.